Выборы президента страны мастеров прошли в школе-интернате номер 2 города Абинска Краснодарского края. На это почетное и ответственное звание претендовали 18 ребят. Каждый учащийся голосовал за понравившегося кандидата. И вот линейка, на которой объявят результаты. Классы представляются речевкой и девизом, а старший воспитатель Ольга Викторовна объявляет результаты голосования. Плакать по углам, беду и радость пополам. Наш отряд. Наш девиз. Мы здесь 21 века. Всегда и везде добьемся успеха. Наша команда. Мы вместе. Когда мы едины, мы непобедимы. Наш девиз. Шагать вперед, держаться вместе. Большинством голосов 43 человека, это почти половина вас, проголосовали за капитану Настю. Витова Анастасия, вступая на пост президента детской организации «Страна мастеров», благодарю всех ребят и педагогов школы за отказанную мне честь и доверие. Глубоко осознаю возложенную на меня школьную ответственность и клянусь быть лидером всеми своими поступками, быть верным другом всем окружающим, видеть и уважать в каждом ученике нашей школы человека, быть справедливым, действовать в интересах всех участников школы, отстаивать их права. Если будет трудно, если возникнут сомнения и неудачи, сохранять оптимизм и веру в успех, направить все силы и умения и способности на достойное выполнение своих обязанностей, сделать все возможное для того, чтобы наша школа стала еще более красивой и славной. Совсем недавно, 19 сентября, Настя впервые голосовала на выборах в Государственную Думу. А сейчас она президент страны мастеров.